Руден. Гидора. С вами темная сторона силы, друзья. В новом цикле видео я буду вам рассказывать о титанах из новой медиафраншизы MonsterVerse. А начнем мы с Родана. Родан из MonsterVerse, также получивший название Титанус Родан, является доисторической летающей рептилией Кайдзю, созданной Legendary Pictures, который появляется в фильме 2019 года «Годзилла. Король монстров» в качестве вторичного антагониста. Родан из MonsterVerse принадлежит к доисторическому супервиду, известному как Титанус Родан, который существовал в течение миллионов лет, одновременно эволюционируя вместе с другими гигантскими монстрами, такими как Годзилла и другие титаны. Виды развили своего рода вулканическую кожу, чтобы лежать неподвижно и быть незамеченными на фоне гор и других скальных образований, в процессе развития пирокинетических возможностей. Один из представителей этого вида, как показано в фильме «Годзилла. Король монстров», обнаружен монархом, спящим в вулкане на острове Исла-де-Мара в Мексике. Родан в фильме является мужской особью, рост которой достигает 47 метров, вес 39 тысяч тонн, размах крыльев 265 метров. Новое воплощение Родана имеет наибольший размах крыльев по сравнению с любой из его старых интерпретаций, имеет огненное свечение нижней части тела. Его телосложение и внешний вид очень напоминают хищную птицу с темно-красной кожей, V-образными гребнями, концы которых загнуты внутрь. У него нет зубов, как и у воплощений периода Сёва и Миллениум, хотя его клюв имеет зазубренные края, создавая иллюзию наличия зубов. У Родана сохранился лопатовидный хвост, как и его старых появлений, в 1956 году в периоде Сёва и в 2004 году в периоде Миллениум. Его глаза желтого цвета и выглядят покошачьи. Также, проводя аналогию с его старыми версиями, у нового Родана сохранились шипы в области груди, хотя по сравнению с другими появлениями они меньше и менее четкие. Рев Родана больше похож на визг или крик и сильно отличается от рева его предыдущих воплощений. Новый Родан довольно агрессивен, в фильме показано, что он уничтожает самолет и другую летающую технику, которая летает рядом с ним. Но спорным является один момент, делает он это в качестве защиты самого себя или из чистой злобы. Также многие из вас подметили, что верность Родана принадлежит Альфа-Титану, независимо от его намерений. Когда Гидора побеждает Родана и якобы убивает Годзиллу, Родан признает Гидору новым Альфа-Титаном и следует за ним, несмотря ни на что. Родан помогает Гидоре в его битве против Годзиллы, сражаясь с Мотрой, только чтобы стать недееспособным, когда Мотра наносит ему удар жалом. Увидев, как Годзилла уничтожает Гидору, Родан признает первого как нового Альфа-Титана, первым поклонившись ему. Родан был обнаружен в спячке в 1991 году внутри действующего вулкана Исла-де-Мара на территории, охраняемой монархом. В легендах его называют огненным демоном или единорожденным в огне. Но более простое имя, звучащее в древних храмах вулканически активных областей, это Родан. Внутри тела Родана действовала своего рода вулканическая система внутреннего сгорания магмы, которая пронизывала все его тело, а снаружи оно было покрыто подобными породе чешуйками, которые служат в виде геотермальной брони. Несмотря на то, что Родан очень крупный, он имеет скелетную структуру, похожую на структуру Птеранодона. Так же как Конг, король приматов, Родан, возможно, когда-то был королем небес. Из-за экстремальных температур в том защитном сооружении, где держали Родана, современное лабораторное оборудование не могло функционировать должным образом. В результате невозможно было собрать тепловые сигнатуры существа, и команде обнаружения монарха пришлось провести кардиограмму через воздушный спутник для обнаружения и проверки признаков жизни у этого титана. Крылья Родана обвивались вокруг его тела, пока он пребывал в стазисе. Как оказалось, благодаря своим крыльям Родан мог создавать настолько сильные звуковые колебания, способные сравнивать целые города с землей, когда он пролетал над ними. Электронное сканирование показало, что кожа Родана состоит не из породы, но имеет внешнюю дерму из острых вулканических отложений, накопленных за столетия покоя. Такой вид кожи из вулканических пород можно объяснить теорией своего рода эволюционным приобретением, разработанным как форма естественного камуфляжа, позволяющего скрываться на фоне гор или других больших горных формирований. В конце фильма в обрывках новостей во время титров показывают, что Родан прилетел и основал гнездо в вулкане к северу от Фиджи.
Родан обладает биовулканической природой, у него имеется система внутреннего вулканического сгорания, благодаря которой он излучает тепло, температура которого может доходить до 1200 градусов по Цельсию. При полете на максимальной скорости массивные крылья Родана достаточно мощны, чтобы создавать звуковые колебания, способные сравнивать с землей города, над которыми тот пролетает. Благодаря своим геотермальным доспехам и размерам, Родан совершенно не боится выстрелов винтовок и других орудий военной техники, а также может впадать в спячку внутри действующего вулкана на целые тысячелетия. Он может даже противостоять всей силе Гидоры атакам Мотры. Даже после того, как Мотра пронзила Родана жалом насквозь, он был всего лишь выведен из строя и смог восстановиться через короткий промежуток времени. Родан достаточно быстрый, чтобы не отставать от военных истребителей Арго и перехватывать Мотру во время ее нападения на Гидору. Родан использует свой клюв, когти и крылья в качестве основного оружия. Он может легко разбивать истребитель своим клювом и когтями, а также сбивать других титанов, таких как Гидора и Мотра в воздухе. Родан может вращаться на 360 градусов во время полета, используя свои крылья, чтобы уничтожать окружающие истребители. Интересный факт, аванпост под номером 56, где содержался Родан, отдает дань уважения первому фильму, где появился этот кайдзю с одноименным названием Родан, который вышел на экраны в 1956 году. Если вам нравится этот кайдзю, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании, в будущем я и дальше продолжу выкладывать видео про различных кайдзю из вселенной Годзиллы.